мы все ждем с нетерпением приезд сюда председателя Китайской Народной Республики, генерального секретаря Коммунистической партии Китая. Сегодня в канун приезда сюда Си Цзиньпина в качестве председателя страны мы хотим сказать, что у нас к нему относятся с огромным уважением люди. И то, что Си Цзиньпин первую поездку совершил, и вот сегодня, в этот раз, первую поездку совершает нам, это говорит, подчеркивает характер наших отношений. Китай и Россия имеют очень протяженную границу. У нас такие прочные, дружеские контакты. This visit will contribute to our economic trade turnover because we already reached this point of $200 billion, and we believe that these figures will keep on growing, and it is very important. Я предполагаю, что визит будет не просто плодотворным, но исключительно важным для обеих сторон. Это вопросы экономические, политические и гуманитарное сотрудничество. Вот три круга тем, которые наверняка будут затронуты при общении президента. Мы надеемся, что этот визит внесет вклад в дальнейшее укрепление нашего сотрудничества. Добро пожаловать в Россию! Добро пожаловать в Россию!